Не скажи, скидет. Какой мрачный. Ну, конечно. Секунд на сцене не было. Волнуется. Послушай, я не смогу. Хватит. Уже слышали. Что же это такое, честное слово? Ты понимаешь, что я не готов? Эдик. Что? Гений. Здравствуйте, Эмма Александровна. Давненько вы это не... Вот здесь. Да. Эдуард Всеволодович, вас невозможно не заметить, где бы вы ни спрятались. Вы все-таки решились. Ни пуха, ни пера. Любовь зрителей. Яблоку ведь негде упасть. Так все ждали вашего возвращения. И как там говорят, сломайте ногу. Уже не спите, девочки, нас не пустят. Ой. Извините. Чего? Ты Старшевский. Здрасте. Здрасте. Нельзя, так нельзя. Все забуду, все. Все забуду. Каденцию точно забуду. Или не вытяну. Ничего страшного, каденция легкая. А в разработке просто не торопись. Соберись. У тебя вчера все прекрасно получалось. К тому же, вон у тебя в нотах все написано. Я очки забыл. Прости. Больно? Ну, покажи мне. Ну, Да нет, даже не дотронулся. Послушай, а ты можешь сыграть этот концерт просто для меня? А очки у тебя в левом кармане. Угу. Точно. Понятно. Форма состоит из трех частей. Это я вам напоминаю. Это экспозиция, разработка и реприза. Простите. Мне надо идти домой. Ну, если все понятно, тогда на сегодня все, ладно? Эдуард Цельевич, а можно... Скажите, пожалуйста, вот это побочная партия, да? Угу. А вот здесь? Нет, это главная. Угу. Видите, это главная партия, только она в измененном виде. Так. Побочная начинается вот только здесь. Я просто подумала, что это побочная. Поэтому вам надо научиться анализировать материал. Угу. А как это сделать? Ну, для начала можно прослушивать произведение с партитурой в руках. Понимаете, нам мало того, что музыкант виртуозно владеет своим инструментом. Мы хотим услышать мысль, которую автор хотел до нас донести 300 лет назад. Кто это поставил? Что это такое? О, это мой. Извините. Почему? Я на таком катался в детстве. И неплохо. Хотите? Ну что вы, это я уже не повторю. Ну вот вам реприза. Да, только я уже в другой тональности. We'll be right back.
другой тональности. Разработка — центр произведения, в котором автор развивает те темы, которые будут звучать в этом произведении. В каждой из этих частей есть главное, побочное и заключительное. Записали? Понимаешь, то, что между нами происходит, это все бесперспективно. Это рано или поздно, это должно закончиться. Что? А почему ты за меня это решаешь? Я тебя люблю, ты мне нужен. Ты мне нет. Прости, я не могу думать ни о чем, кроме тебя. Понимаешь, мне в конце концов мешает моей работе. Прости. Тебе сколько лет? Скажи мне. Смотри на меня! Сколько тебе лет? Это ошибка, понимаешь? За реплизой каденция, потом уже кода. Ай-яй-яй.
Здравствуйте, это реанимация. Я кто? Я Светлана, тут я... Только родственники. Я учитель. Вот, только родственники. Я вас... Только родственники. Пожалуйста, прошу вас. Я есть всегда.